В Екатеринбурге началась подготовка к Дню Победы. Сегодня военная техника вышла на первую репетицию. Какие испытания пришлось преодолеть боевым машинам? В сюжете Анастасии Кондрашовой. Обстановка на вторчермете сегодня напоминает военное положение. Улица оцеплена, по дороге движутся танки. Бронемашины и зенитки хоть сейчас готовы в бой, но в этот раз миссия мирная. Военная техника нацелена на участие в параде Победы. 9 мая праздничное боевое крещение примут новички – армейские мотовездеходы. На фоне остальных эти малютки не внушают ужаса и страха. Мотовездеходы в армии используются для переброски спецназа. Вместе с ними в едином строю движутся «Тигры», Т-72, ракетно-зенитные комплексы, огнеметные системы. На параде лучшие образцы армейской техники. Вот вышли посмотреть парад, как готовится к параду. Внука привел тоже, пусть посмотрит, привыкает к защите Родины. 9 мая в праздничной колонне проедут более 70 боевых машин. Открывать парад по традиции будет легендарный Т-34. Через месяц к механизированной колонне присоединятся пешие расчеты. День Победы в Екатеринбурге, как всегда, отметят на высоте. В небо поднимется военная авиация. На первой репетиции не все прошло гладко. Военные потеряли пушку. Исправились за несколько минут. Говорят, на ошибках учатся. Была нарушена система буксировочного крепления на одном из автомобилей. То есть это станет, безусловно, поводом для проверки. Как такое стало возможно? На моей памяти это впервые. Ну, в общем-то, ничего страшного не произошло. Мы для этого и проводим тренировки, чтобы таких ситуаций не допустить на параде. На прочность военных сегодня решила проверить и погода. Впрочем, снежного плена уральские танки не боятся. Анастасия Кондрашова, Павел Сизов. События ОТВ.